Здравствуйте, уважаемые наши подписчики. Это цветочный дом «Сирень». Итак, мы пришли на поздравление самую прекрасную женщину, а именно Гульнара Маркленовна. Поздравляет ее от всей души Зилола Шакирова. Просто хороший человек. Спасибо, что она есть. С этим знаменательным днем поздравляет Зилола Шакирова и цветочный дом «Сирень». Поехали. Идемте к нам поближе. Для начала следующий хочу вас поздравить с днем вашего рождения. Спасибо, Гульнара Маркленовна. Сегодня такой знаменательный день. Сегодня вот вы родились, появились на свет. И от всей души мы пришли вот поздравить от цветочного дома «Сирень». И спасибо. Еще одного человека. Как вы думаете, вы сможете угадать, кто вот вас просто уважает? Спасибо, говорит, что вы есть на этом белом свете, что вы всегда вот рядом с этим человеком. Потому как это звучит как Гульнара Маркленовна, как бы, я думаю, что это Зилола Шакирова. Вы меня шокировали, вы правы, да, да. Потому что я подумала о нескольких людях. Доставка, ага. Ну, когда несколько раз Гульнара Маркленовна, и причем в той интонации, в которой она произносит, ну, неужели Зилолка чего-то? Да, да. Вот спасибо. Именно она попросила очень прощения, вы знаете новости, я да? Я хорошо да. знаю, мы поэтому вчера обменились. Она сказала, что я прошу прощения передать ей так, что не смогла сама лично прийти, но вот эти пожелания, которые она сказала мне, чтобы я вам передал, обязательно передайте. Что она вам пожелала? Пожелала самое главное в этом мире – здоровье. Здоровье – это самое главное. Дай Бог, чтобы вы были такой же красивый, такой же добрый, как и сейчас. Она не забывает никогда ваши вот эти добрые дела, поэтому она благодарит вас. И, конечно же, от ее и цветочного дома себе примите вот такие красивые букетики. Это вам. Спасибо большое, как неожиданно приятно. Это говорю же, этот букет красивый, но в ваших руках он еще становится краше. Спасибо. Потому что вы достойны большего. Она сказала, знаете, она не женщина года, она женщина века. Поэтому спасибо. Будьте всегда такой же красивый, спасибо. Как и сейчас. Приятно. И еще и специальный вот этот наш драгоценный тортик. Итак, сейчас я позвоню сыночку, ладно, пусть сыночку. Спустится. Хорошо, обязательно позвоните. Итак, позвоните сыночку. Итак, давайте я подержу. Ага. Все-таки сегодня такой замечательный день, и мы хотим, чтобы в вашей жизни всегда было вот такие приятные моменты. Честно говоря, да, это очень неожиданно, особенно в наше время. Говорю же, вы достойны большего. Вы достойны большего. Еще раз поздравляю вас, желаю всего самого наилучшего. Позвоните, это, конечно, семейный праздник. Он еще сказал, может мне спуститься? Я говорю, да ладно, сама спущусь. Нет, к тому, чтобы он вышел бы вместо меня. А, да, нет, хорошо, что вы спустились. А итак, то пойдемте, мы чай. Нет, спасибо, мы вас поздравим, мы пришли вот именно прийти поздравить вас. Телефон не слышишь, что ли? Сейчас мужу позвоним. Извините, конечно, что мы вас побеспокоили. Ничего страшного, ничего. Ну как вы хорошо угадали, прям приятно стало и... Нет, я говорю, как... Теперь он разговаривает. А сколько вашему сыну? Ему под 30. И он? Я тебе звоню. Он. Здравствуйте, идемте поближе. Итак, вы должны помочь, держите цветы, это для вашей мамы. Ну что я смогу сказать? Я одно вам скажу. Как вашего сына звать? Ролан. Вы должны гордиться такой прекрасной мамой, потому что ваша мама очень хороший человек, честно. Поэтому любите ее, уважайте, не обижайте ее, потому что мы есть. Мы всегда есть. Рядом вот ваш сын. Дай Бог ему тоже здоровья, счастья, семейного благополучия. И почему мы вас позвали? Все-таки, дети, для мамы хоть мы и под 40, под 50, под 80, под 100 лет, все равно мы останемся детьми. Поэтому давайте поближе, мы вместе загадаем желание и, как говорится, задуем эти свечи. Вы готовы? Да. Итак, тогда под музыку Happy Birthday to You мы, как говорится, загадаем желание и потушим эти свечки. Загадывай. Доброе рождение! Доброе рождение!
С днем рождения поздравляю вас. Этот тортик тоже вам. Спасибо. С чаем попьете. Еще раз от имени Зиловой Шакировой, от имени цветочного дома «Сирень» от души поздравляю вас. Большое. С днем вашего рождения. Вы спокойно можете вот смотреть камеру и передать свои пожелания Зилоле, прошу вас. Зилола, родная девочка моя, доченька, поздравляю тебя с рождением дочери еще раз. Я тебя целую, обнимаю, ты всегда знаешь, я душой, сердцем в любой момент с тобою. Будь счастлива, увидимся. Спасибо, спасибо, спасибо большое за ваше поздравление. А теперь давайте на память вот так сфотографируем вас, а потом вы нас отпустите. Итак, готовы?